связи в Канаде значат что-то. Вот. Но не родственные связи, да, как у нас сватья, братья. Вот. Профессиональные связи. Например, на последипломном, да, уровне все вот эти бизнес-программы, они часто организовывают разные мероприятия, гала, динеры, да, где студенты встречают будущих работодателей. То есть у них есть возможность произвести впечатление на этих работодателей, они обмениваются бизнес-карточками, да. Такое происходит регулярно. Инициирует это все университет, да, или учебное заведение, или факультет. В принципе, вот я когда училась, да, на программе, я училась, изучала Human Resources, у нас таких было мероприятий несколько, да, и была возможность познакомиться с, именно с профессионалами в этой сфере, либо с выпускниками бывшими в том числе, которые уже преуспели в этой сфере. Вот, опять же, это такой компонент, да, тоже нужно всегда общаться, коммуникация очень важна. Это вообще-то память. Да, да, да.